Свобода ищет новые пути вперед. Пытались ли вы когда-нибудь изменить свою жизнь? Для начала можно просто изменить свой привычный маршрут до работы. Дайте шанс чему-то новому войти в вашу жизнь. Несмотря на то, что сделать шаг в неизвестность не всегда легко, это дает шанс взять курс к новым горизонтам. Помните, свобода – это в том числе и возможность выбирать свой собственный путь. Хотите узнать больше? Приглашаю вас в чат Telegram. Диагностика «Мастер разборов 2022». Ваша Оксана Смолярова.